Доброго времени суток. На календаре 5 июня. Убрал я с работы с полудня. И у меня начинается отпуск. Вот так. Трамвай. Тоже непонятно. Они никогда не показывают начало движения поворотником. Так что никогда непонятно, что он там стоит на остановке или уже собирается трогаться. Вот по этой улице Труфанова там по меньшей мере четыре таких остановки, где выезд из дворов находится вот прям перед остановкой трамвая. На остановке улицы Панина, так там вообще вомба-комба. Хотя нет, на кинотеатре Победы тоже вомба-комба, в том плане, что там выезд из двора находится ровно посередине между двумя остановками разного направления. Так что башкой крутить приходится в обе стороны, примерно предполагать, что там собирается сделать трамвай. Проедем мы как настоящие мрази. Точнее, попробуем. Проедешь? Да нет. Протиснемся. Специально для меня, что ли, оставили? Попробуем встретить рассвет на набережной, если верить календарю, будет через 21 минуту. Надеюсь, что мы успеем до туда счастливо доехать, найти местечко и там пристроиться.
скучал. Думаю, пора менять дислокацию. Лежит в город Рыбинск. Посмотрим, что еще с дорогой. Давнишняя знакомая попросила их пофоткать, поэтому выполняем просьбу. Ну и заодно прокатимся немножечко. Это что за Ярославль. Тут что-то похоже дождь не кислый собирается. Мы срочно эвакуируемся. Передают нехилый такой дождик. Дождик — это очень плохо. Впрочем, когда на улице плюс 32, но сейчас уже, конечно, не плюс 32, поменьше, свежее будет, но, блин, кому домой не очень хочется ехать, поэтому сваливаем сейчас. Минут к 9 долбанет. Ну, собственно говоря, у нас есть 40 минут.